Нажмите для подписки. Подпишитесь на канал Тайо и первыми получайте оповещения о новых сериях. Фрэнк, потрясающая пожарная машина! Здравствуйте, друзья! Я Тайо! Давайте последуем за крутыми машинами, которые только что проехали мимо. Это новый центр скорой помощи. Должно быть, произошел несчастный случай. Вау! Вы знаете, что это за красная машина? Не бойтесь, я справлюсь. Поехали! Ура! Смотрите, огонь уже меньше. Он почти подожил! Вот так. Верно, это Фрэнк, а рядом с ним машина скорой помощи. Его потрясающая партнерша Алиса. В новом центре скорой помощи живут Фрэнк, пожарная машина, которая смело тушит огонь. Алиса, скорая помощь, которая помогает пострадавшим людям. Эйр, спасательный вертолет, который летает в небе. Пэт, полицейская машина. И Руки, все они охраняют город. Фрэнк самый лучший! Фрэнк всегда тушит пожары! И это не все! Фрэнк также может делать трюки! Здорово, не правда ли? Но даже Фрэнк время от времени чувствует себя подавленным. Спасательный вертолет, который тушит огонь с неба. Он может справиться с высоким огнем, который недоступен Фрэнку, потому что тот тушит огонь на земле. Фрэнк сделал все возможное, чтобы потушить огонь, но он, скорее всего, расстроен, поскольку все приветствуют Эйра. Ты намного лучше Фрэнка! Ему нужна поддержка от его друзей. Ты можешь сделать это, Фрэнк! Ладно, еще разок. Получилось! О, простите. Так как Фрэнк очень много тренировался, он в состоянии потушить огонь в этом высотном здании, верно? Получилось. А? Фрэнк, на крыше.
О, нет. Это надо потушить. О, нет! Слишком высоко! Еще чуть-чуть! Еще немного! Смотри, Фрэнк весь мокрый. Бедняга. Фрэнк, не расстраивайся. Фрэнк, возможно, чувствует себя неловко, потому что не может снова потушить огонь на крыше. Фрэнк, ты чего? Я поливаю цветы, хоть это у меня получается. Наверное, мне надо сменить работу. О, Элис. Фрэнк какой-то странный. У него шок после вчерашнего. Фрэнк, давай я тебя потренирую. Да, а зачем? Ведь Айра справляется с любым пожаром. Нет! Нам нужен Фрэнк! Ты ведь пожарная машина. О, пожарная машина, которая даже не может потушить пожар. Его друг Джун тоже выглядит разочарованным. Я надеюсь, что Джун и Фрэнк скоро обретут свой прежний радостный настрой. А, будь осторожен! Грузовик в огне! Помогите! Фрэнк! Это наш Фрэнк! Пожар! Пожар! Я горю! Да что же я делаю? Я же Фрэнк, пожарная машина. Внимание, пожар в туннеле. Нужна помощь. Что? Это же сирена! Дорогу! Вперед! Отойди! Его не видно! Давай, Фрэнк! Все живы! Яник, как ты? Мы так волновались! Спасибо, что ты все-таки приехал! Ну, это тебе спасибо. Я приехал только потому, что ты в меня верил. Фрэнк! Простите, что заставил вас ждать. Такого больше не повторится. Даю слово пожарной машины. И Фрэнк дал себе слово, что всегда будет защищать своих друзей. Пожалуйста, поддерживайте Фрэнка всякий раз, когда вы его видите! О чем мы будем говорить в следующий раз? Все мы! Что вы хотите услышать от Тайо? Если это так, дайте мне знать. Я расскажу вам то, что вы хотите узнать. Хорошо? Договорились! Тогда до встречи! Фантастический дуэт «Руки и Пэт». Всем привет! Сегодня я представлю моего друга. Что это? Ребята! Я нашел карту сокровищ! Вы узнаете его, если будете следить по этой карте сокровищ. Вам интересно? Я же говорил, это настоящая карта. Наверняка там спрятаны невиданные сокровища. Невиданные сокровища? Я собираюсь найти сокровище, опередив Фроги, Лани и Гани. А, это же старый парк. Сейчас на этом месте стройка. Значит, там стройка? Спасибо. Подожди нас, Фроги! Копни-ка там, Поко! Запросто! Какие сокровища? Есть ли они вообще?
Это настоящий клад! Ездить так быстро очень опасно. Вы все превысили скорость. Руки, Пэт! Куда это вы так спешили? Мы так хотели найти сокровище. Сокровище? Хорошо, попробуем открыть. Что это? Это не сокровище. Но откуда с ней значок? Вы знаете, чье это сокровище? Ханна? Полицейские руки? Волшебник Джой? Совершенно верно! Это полицейские руки! Руки, которого я представлю сегодня, чуть не попал в автомобильную аварию, играя в мяч, когда был маленьким. Руки мечтал быть похожим на полицейского, который ему помог. Я спрятал полицейский. Вот почему он положил свой самый дорогой игрушечный полицейский значок. Ого, так ты стал тем, кем всегда мечтал стать. Спасибо, друзья. В этот сундук с сокровищами. Удивительно, что мечта Руки сбылась. Сегодня я также представлю вам партнера Руки. Кто его партнер? Фрэнк? Алиса? Эйр? Пэт? Ответ? Пэт! Пэт – строгий полицейский автомобиль. Привет. Тайо, ты переехал линию. Простите, я не видел. Ездить надо только по правилам. Но он также очень душевный и много смеется. Пэт сделал секретную площадку для маленьких автобусов. Когда Пэт был еще малолетним плутом, он построил эту игровую площадку вместе с Билли и Ситу. Вам трудно представить Пэта именно таким? На самом деле, мне тоже. Нет, Буба сказал, что играть около гаража опасно. Он прав, у нас будут проблемы. Нет, если нас не поймают. Да? Да, ловите меня. У-ху! Мы слишком медленные! Поймайте меня, если сможете! Притормози немного! Опасно! Ребята! Я же говорил, не носиться у гаража! О, нет! Это Буба! Держи! На этот раз давайте пойдем и посмотрим на Пэта и Руки за работой! Вау! Круто! Вы знаете, что делают Пэт и Руки? Вы ловите злодеев! Вы все знали ответ! Пэт и Руки – фантастический дуэт, который охраняет безопасность города. Когда Пэт и Руки вместе, они могут решить любые проблемы. Должен помочь Руки. Тот, кто быстрее бездельника. Партнер Руки. Пэт. Пэт. Спасибо, Пэт. Знаешь, ты просто герой. Хорошо, что ты патрулировал район. Нет, это ты герой, Руки. Разве Пэт и Руки не настолько надежны? Но даже лихие Пэт и Руки имеют секрет, который они скрывают. Я скажу только вам, ребята! Вперед, ребята! Пэт включает свою сирену во время сна. Вот почему он беспокоит наших друзей в новом центре скорой помощи каждую ночь. Тогда в чем заключается секрет Руки?
Даже смелые руки чего-то боится. Та-да! Кажется, он потерялся, поэтому я его подобрала. Пусть побудет здесь, пока не найдется хозяин. Что? Когда Руки был маленьким, его укусила большая собака. С тех пор он боится собак. Тем не менее, после того, как он увидел, как собаки помогают спасти пострадавших, Руки начал постепенно менять свое отношение к этим животным. Вы не подозревали, что у Пэта и Руки есть подобные секреты, верно? Тем не менее, Пэт и Руки отважны и смелы, когда помогают нам. Это все на сегодня. Как вы думаете, вы лучше познакомились с Пэтом и Руки? В следующий раз я расскажу вам больше забавных историй о моих друзьях-автомобилях. Хорошо, тогда до встречи! Удивительный спасательный вертолет Air! Привет, друзья! Я Тайо! А, это Пэт! Что у них там случилось? Поеду посмотрю. А? Что? О, нет! Вы можете утонуть! Кого мы должны позвать на помощь? Хану? Эйра? Билли? Совершенно верно! Нам нужен Air! Удивительный спасательный вертолет, который летает в воздухе! Отличная работа! Где живет Air? На строительной площадке? В автобусном гараже? Или в новом аварийном центре? Да, вы правы! Air живет в новом аварийном центре! Кто еще там живет? Верно! Алиса, скорая помощь, которая помогает пострадавшим. Фрэнк, пожарная машина, которая смело тушит пожары. Пэт, полицейская машина. И Руки, полицейский, который охраняет город. На выставке автомобилей начался пожар. Air обнаружил это во время патрулирования. Давайте пойдем и посмотрим. И куда нам теперь? А? Ребята, сюда! Хорошо, поехали. Давайте сюда! Каково было облегчение! Благодаря Эйру, который показал дорогу, наши друзья из нового центра аварийной помощи смогли добраться туда быстро. Надеюсь, вот сюда, сюда, что пожалуйста. Все благополучно спасены. Пожалуйста. Что случилось, Руки? Как? Почему? Что случилось с той собакой? О, нет! На крыше кто-то остался и не может выбраться. На крыше еще остался человек. Помогите, Air! Я разберусь. Помогите! Помогите! Давай, залезай. Слава Богу! Если бы не Air... Все могло плохо закончиться. Спасибо, Air! Теперь я вспомнила о том, как Air однажды спас Хану. Айро, Хана в беде! Вертолет Айро спешит на помощь! О, нет! Он не может подлететь ближе из-за дыма! Это очень опасно! У меня получится! Air, ты сможешь с этим справиться! Вон они! И это еще не все! Air! Помогает Фрэнку и тушит огонь в высоких зданиях.
друг Эйр такой замечательный! Но было время, когда мы с друзьями думали, что храбрый Эйр игнорирует нас. Ух ты! Наверное, это Айра. Лани сказала, что она позвонила Эйру, но он просто пролетел мимо. Если ты не слишком занят, может, поиграешь с нами? Поиграть? Здесь? Да, мы не... А Ганни подумал, что Эйр ненавидит его, потому что он был грязным. Это так здорово! Стой, не подходи так близко! Прекрасно, ты потрясающий! Роги добавил, что Эйр накричал на него и велел не приближаться к нему. Действительно ли Эйр игнорировал Роги, Лани и Ганни? Нет, этого не может быть! Я должен выяснить это! Эй, Айро! Вон он! Айро, это я, Тайо! Что? Что? Мои друзья говорили правду! Наконец... Эйр спускается. Тайо, ты что здесь делаешь? Ты что, не слышал, как я тебя звал? Нет, прости, из-за моего пропеллера я не очень хорошо слышу. Что? Тогда, может... Ты слышал, как моя подруга Лэнни звала тебя сегодня по имени? Нет, наверное, не услышал из-за шума. Я так и думал. Но почему ты отказался поиграть с Ганни? Он же тебя звал. Это тот, который убирался. Если бы я подлетел поближе, весь собранный ими мусор бы унесло. Так жаль, мне очень хотелось поиграть. Теперь понятно. Но почему ты сказал Роги отойти подальше? Роги? Он был слишком близко. Я боялся ударить его пропеллером. Я случайно на него накричал. Мне очень жаль. Так вы просто друг друга не поняли. Узнав все подробности, я пошел к своим друзьям и сказал им, что это недоразумение. Да, за то, что мы тебя неправильно поняли. Да, мы зря о тебе так плохо думали. Прости нас. Ерунда. Я сам вам должен был все объяснить. А вы хотите быть моими друзьями? С удовольствием! Я так рад, что проблемы решены! Вы тоже хотите подружиться с Эйром? Даже если Эйр не слышит вашего голоса из-за пропеллера, не думайте, что он вас игнорирует! О чем мы должны поговорить в следующий раз? Скажите мне, что вы хотите узнать! Еще увидимся! Пока! Добро пожаловать в новый центр аварийной помощи! Аварийный сигнал. Подготовка к выезду. Подготовка. Всем привет! Сегодня вы отправитесь вместе со мной в удивительное место. Вы уже догадываетесь? Уютный гараж, веселая игровая площадка или автошкола? Неправильно! Ответ – новый центр аварийной помощи! Команду центра входит в эти руки, стоящие на страже порядка. Фрэнк борется с огнем. Элис бережно перевозит пострадавших. И невероятный спасательный вертолет Эйр. Теперь они будут жить. Фрэнк, Алиса, Руки, Пэт и даже Эйр! Вот это да! Вы сильно рады? Все наши супергерои, которые защищают город, собрались здесь. Давайте отправимся в аварийно-командный центр. Это центральный командный центр. Кто здесь работает? Руки! И ты всем этим управляешь, Руки?
конечно. Здорово. А это что такое? Что происходит? Эта кнопка предупреждает об аварии, если не жать ее бездумно. О, Ханна! В новом центре аварийной помощи все машины всегда готовы спасти людей. Подумал, что-то серьезное. Это гараж. Некоторое специальное оборудование спрятано здесь. Ну, это простой гараж. Подготовка к выезду. Оснащение противопожарными средствами. Оснащение. Рокки снова дурачится. Поскольку здесь много роботов для спасения людей, будь осторожен. Сейчас моя очередь. Вы можете стать офицером полиции на целый день в новом центре аварийной помощи. Правда? Ух ты! Тогда начнем. Трансформация начинается. Установка спецсигналов. Как я вам в качестве полицейской машины? Разве я не выгляжу круто? Пока мы изучали новый центр аварийной помощи, совсем стемнело. Что происходит ночью? Аварийный сигнал! Ладно, поторопимся. Что происходит? Это не аварийный сигнал. Где Пэт? Подождите, возможно... Вперед, ребята! Что? Пэт может включать свою сирену во сне. Пэт патрулирует, даже когда спит. Эйр, Алиса и Фрэнк, должно быть, испытывают трудности. Хорошо выспались. Я совсем не спала. Та же история. Это все из-за Пэта, да? Ребята, доброе утро. Как сегодня свежо? Пэт сильно возбужден, но Фрэнк, Алиса и Эйр выглядят очень уставшими. Будет ли новый аварийный центр работать без боев? Попробуем еще раз. Как же так, а? Прости, я просто тренировался. Фрэнк, это, конечно, хорошо, но раз мы живем вместе, давай быть аккуратнее, а? Угу, хорошо. Фрэнк, должно быть, очень расстроен. О, Алиса уже здесь. Я думаю, что она привела кого-то. Вау, милая собака. Потерялся, поэтому я его подобрала. Пусть побудет здесь, пока не найдется хозяин. Что? Когда-то давно руки покусала большая собака, и теперь он их боится. Мне он не кажется опасным. Но руки все равно некомфортно. Нам тоже некомфортно из-за тебя, Пэт. Ой, что если они повздорят? Эйр! Расскажи Пэту, почему мы не спали прошлой ночью? Что? Прошлой ночью? Да, скажи им. Да. Я прошу прощения, мне нужно кое-что проверить. Эйр! Ему совсем не интересно, что происходит. Все в новом центре аварийной помощи подрались друг с другом. Супергерои круты, когда работают вместе. Не правда ли, друзья? Настало время. Внимание, аварийная тревога. Оповещение об аварии. Ладно. В салоне начался пожар. Все за мной. Хорошо. Для наших супергероев работать вместе. Кажется... Возникла проблема. Что такое? Нам нужно ехать дальше. Простите! Предоставьте это мне.
Мы спешим на пожар. Пожалуйста, пропустите нас. Давайте. Ух ты. Давайте, надо спешить. Хорошо. Громкий голос Бета пришелся кстати. И куда нам теперь? А? Ребята, сюда! Хорошо, поехали. Давайте сюда. Пожар! Спокойно. Выходите. Нам нужно срочно спасать людей! Его тренировки не прошли даром. Впечатляет. Вот сюда, сюда, пожалуйста. Спасибо, Руки. Пожалуйста. Ага. О, напугал. А? Что случилось, Руки? Почему он лает? О, нет! Помогите! На крыше кто-то есть! Кто может спасти человека на крыше? Совершенно верно! Эйр! Спасательный вертолет! Эйр! На крыше еще остался человек! Я разберусь! Помогите! Помогите! Давай, залезай! Спасибо! Мы справились благодаря тебе. Все в новом центре аварийной помощи работали сообща. Эйр быстро обнаружил возгорание, поэтому никто сильно не пострадал. Спасибо. Поэтому мне нельзя расслабляться во время дежурства. Да, Брэнк, ты тоже молодец. Ага. Неудивительно, ведь ты так усердно тренируешься. Не то чтобы... Пэт, спасибо и тебе. Без тебя мы бы не приехали так быстро. Не за что. Чтобы спасти жизни людей, давайте поаплодируем им! Все они отличные ребята, не так ли? Фрэнк, Алиса, Руки, Пэт и Эйр всегда находятся в режиме ожидания в новом центре аварийной помощи, чтобы спасти людей от опасности. Если что-то не так, звоните в новый центр. Вот и все на сегодня. Увидимся! Всем пока!